Двухметровая скульптура состоит из двух символов – петуха и футбольного мяча Кубка Конфедерации, который пройдет в российских городах в этом году. Футбольный мяч создан в форме граната и по замыслу художников олицетворяет процветание и долголетие, а значит, расцвет российского футбола. Мяч, созревший в недрах великолепного сочинского граната, он и олицетворяет как раз сочинские матчи. А петух, он как вестник расцвета и глашатай, он, значит, охраняет этот мяч. Скульпторы уверены, что символ года петух принесет российским футболистам удачу. Поможет ли ему золотая обезьяна с футбольным мячом? Прошлогоднее создание авторов из серии «Футбол и вечность» покажет время.